Фермерскому хозяйству Белгороев больше 15 лет. И за это время оно заметно расширилось. Продукцию успешно реализуют на местных рынках. Одно поголовье сменяет другое, и на сегодняшний день здесь более 200 голов крупнорогатого скота. За ними нужен постоянный уход, делится Асламбек Белгороев. Немало средств уходит на корм животным, и поэтому помимо разведения крупнорогатого скота, в КВХ активно занимаются выращиванием различных культур. Часть идет на корм, остальное на реализацию. Всего во владении хозяйства находится более 300 гектаров земли. В этом году они засеяли пшеницу, кукурузу, сою и другие культуры для успешного ведения хозяйства. Так, я Минсельхоз на осуледе трансулха. Так, потом я оттуда стелет, сою дикелет, я хитмис. Рабочих и специальной техники в хозяйстве хватает. Чтобы получать максимальную пользу в аграрном бизнесе, делится Асламбек, им еще нужно докупить пару тракторов. Дары земли, как и мясо на местном рынке, по словам фермера, пользуются хорошим спросом. Поэтому не сомневаются, что качество их продукции оценят и в соседних регионах. Микаил Тангиев, Магомед Изигов, Новости 24.